Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенье. Ребята, наше печенежское водохранилище, или же Салтовское море. Чайки плавают над водой. Они сидели на берегу, я их просто испужал. Они все улетели в море. Ну что? Правый берег. Черный лес. Вон, видим, все зеленое. Черный лес. Левый берег от Мартовы. Сосновый лес. Но там все застроено базами или дачами как-то. Ребята, я приехала сюда посчитать ступенечки вот там при въезде на дамбу. Там ступеньки на гору, я их должен посчитать. Наше печенежское водохранилище. Объем печенежского водохранилища где-то 350-400 миллионов кубов воды. Ширина водохранилища от 300 метров до 3 километров. В этом районе 3 километра. Моторка идет. Глубина в этом районе где-то от 2,5 до 20 метров. Это в районе дамбы. Дамба. Длина дамбы 2,7 километра. То есть 2 километра 700 метров. Сейчас чайки поднимутся. Лодка пойдет и чайки поднимутся. Пошли чаечки. Чайки. Красавица. Красавица чайки. О, садятся на берегу. Пужнем их. Сейчас подойду, они улетят. Красота, да? Ну что, поедем. Посчитаем ступенечки. А ступенечки вот там вот. На гору. Правый берег водохранилища высокий. Гора, можно так сказать, на правом берегу. Гора идет на много километров. Длина нашего водохранилища 75 километров. Сейчас поедем, посчитаем ступенечки, поедем домой. Поедем мы считать ступенечки. А, чаечки. Чаечки над морем. Печенежское водохранилище. Или еще называют Салтовское море. Салтовское море, его намного больше людей знают, чем Печенежское водохранилище. Лес. Но я когда-то приеду в Черный лес, в Дубовый, и мы выйдем до водохранилища. Да. Самый высокий берег, правый. А левый берег от Мартовы, там пологистый, невысокий.
Сейчас, ребятка, мы доедем. Там рыбаки сидят. Но к рыбакам мы подходить не будем. Зачем их пугать? Пускай рыбачат потихонечку. Ну, там мы должны посчитать ступенечки. Сейчас посчитаю ступеньки, поедем домой. Ребята, здесь красивая надпись. Вода – это жизнь, берегите. Вода – это жизнь, берегите ее. Этой надписи уже лет. Памяти нет. С первых дней водохранилища эта надпись. Машины снимать мы не будем, не надо. Они нам не нужны. Нам нужны ступенечки. Посчитать ступенечки. Водохранилище. Ляльки. Детки хотят купаться, но деткам купаться холодно. Едем. Здесь бурьян потушен. Хорошо. Опа-на. Сейчас, ребятки, посчитаем. Меня просили посчитать вот эти ступеньки. Сколько их, этих ступенек. Сейчас мы посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать пять, семнадцать, восемнадцать, девять, тридцать, 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 четыре, тридцать пять, семнадцать, восемнадцать, девять, сорок, два, сорок, три, сорок, четыре, сорок пять, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят. 2, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 8, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 5, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90. До первого барьера 90 ступенек. Идем выше. Считаем дальше ступеньки. 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107. 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 5, 196, 197, 197 ступенек, ребята. Вот на эту высоту 197 ступенек. Ну, здесь еще гора идет. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривола, печенеги. Так что, ребята, я посчитал ступеньки 197 ступенек. Сюда на гору идет. Пока-пока!